что, господа, давайте продолжим наши игры. Итак, мы с вами разобрались с основными детальками каждого нейрона, да? И указали на важнейшее свойство синаптического контакта – односторонняя проводимость. И вот теперь, наверное, осталось пора слегка наращивать сложность картинки. Во-первых, значит, как может ответить вот этот второй участник, нейрон номер два? Вот он получил сигнал. Так. В ответ на сигнал в точке контакта в дендрите может начать образовываться точно такой же спайк, как он получил. Значит, вот этот процесс будет называться возбуждение. Определение. Значит, если в ответ на сигнал нейрон генерирует спайк, то есть создает спайк, то этот процесс называется возбуждение. Спайк – это нервный импульс. Это движение заряженных частиц сквозь мембрану нейрончика. Хорошо, славно. А теперь, дело в том, что есть еще процесс прям противоположный. Значит, есть такие нейроны, синапсы которых устроены совершенно по-другому, чем возбуждающие синапсы. Вот если в этот же район дотянулся аксон от нейрона номер 3, он там где-то далеко-далеко сидит. Это просто его аксон, который образовал вот в этом месте контакт. У него здесь свой синапс есть. Да? И поэтому третьему волокну пришел сигнал и подействовал на второго участника. То в ответ на этот сигнал второй участник на время онемеет. На время лишаются способности ответа. И здесь есть свое строгое соотношение. Значит, во-первых, вот такой выключающий клетку сигнал будет называться тормозный сигнал. Так? Значит, в результате, если на второго участника сначала пришел тормозный сигнал, сможет ли участник ответить на первый возбуждающий? Нет. Нет, не сможет. Ответ окажется заблокированным. Так? А вот на второй возбуждающий уже сможет ответить. Ну, грубо говоря, значит, вот у нас заблокированная клетка. Если к ней пришел возбуждающий, он ответ не вызовет, но блок снимет. Поэтому следующий вызовет ответ. Да, следующий сигнал вызовет ответ. Контрольный вопрос. На второй нейрончик прошло 4 подряд тормозных сигнала. На какой по счету возбуждающий нейрон ответит? Четвертый. Первый. На второй, четвертый. Итак, 4 подряд тормозных сигнала. На четвертый еще не сможет ответить. Конечно, на пятый. Первый возбуждающий снимет первый тормозный, второй возбуждающий снимет второй тормозный, третий возбуждающий снимет третий тормозный, четвертый – четвертый тормозный. Только после этого нейрон сможет ответить. Понятно? Нет. Да. Нет, непонятно. То есть? Почему не происходит тормозный сигнал, не снимает предыдущий тормозный сигнал? Не, там суммация идет, торможение. Чтобы ответить на ваш вопрос, надо разбирать уже молекулярную структуру. Если хотите, после этого занятия чуть задержимся с вами, да,
Но просто мучить ребят молекулярными структурами, я не думаю, что это гуманно. Сверхуместно. То есть 4 тормоза – 4 тормоза? Да, 4 тормоза – мы четверо снизили способность данного участка отвечать на следующее возбуждение. И дальше точно так же поэтапно надо будет снимать вот эти блоки. Так? Хорошо. И последнее уточнение, которое мы внесем. Последнее уточнение будет вот какое. Вот самая простая на свете схемка нейрона, никаких дендритов мы не рисуем, рисуем тело и отсылочку. Вот нейрон, вот пошел отсыл. Ясно, что из него еще и дендриты торчат. Но мы будем считать, что все синапсы прямо на поверхностной мембране. Тем более, что такое тоже бывает, это очень часто. Так вот, допустим, вот в эту точку пришел возбуждающий сигнал. Что дальше начнется? Проще всего события представить на такой модели. Да. Представьте себе планету, полностью покрытую океаном. Вот ни одного острова, ни одного материка, вся поверхность покрыта океаном. Да? И на эту планету из космоса падает астероид. А вы висите где-то на орбите и ведете съемку событий. Значит, что произойдет в точке падения астероида? А астероид упал в океан. Какую форму будет иметь волна? Форма волны. Кольцевые волны. Расширяющиеся кольцевые волны. Согласны? Значит, совершенно так же пойдут события и на нервной клетке. От точки возбуждения вот так побежит волна спайка по мембране. Когда спайковый процесс достигнет начала аксона, то дальше он будет продолжать двигаться вот так, уже по аксону, туда, в сторону синапса. Но фокус в том, вот смотрите, вот поверхность моря, да? По поверхности моря идет волна. Обратите внимание, вот направление движения волны. За волной, за гребнем волны и перед гребнем волны. Что с уровнем моря? Он остался средним или упал? Упал. Значит, вот точно так же этот участок мембраны в данный момент находится в состоянии возбуждения. Он генерирует спайк. В следующую долю секунды волна перескочит вот сюда. А на предшествующем участке. А там будет вот такой спад активности. Называться эта зона будет зона абсолютного торможения. Итак, вслед за волной возбуждения по мембране прокатывается волна абсолютного торможения. Так? Абсолютное торможение длится малую долю секунды, но пока мембрана в этом состоянии, возбудить ее нельзя вообще никак. Она просто не реагирует ни на один сигнал на свете. Хорошо. Ну а вот теперь мы с вами набрали достаточно информации для того, чтобы попробовать начинать трудную, уже профессиональную, на самом деле чертовски интересную работу. Попробовать самим составлять управляющие схемы на основе упрощенных символически изображенных нервных клеточек. Значит, это, конечно, игра. Но игра с огромными практическими выходами. Так, это модели из теории управления. Значит, называются такие схемки, которые мы будем немножечко с вами посмотрим, немножко получимся строить. Нейронные сети. Ну и давайте. Для начала. Что и как обозначается в нейронных сетях? Тела нейрона обозначаются кружком, а аксоны изображаются прямой линией. Так? Синапс изображается стрелочкой. То есть
как прочесть вот такую запись. Вот это тело аксона, вот это от него, извините, тело нейрона, вот это от него идет аксон, и вот в этой точке он образовал синапс с другой нервной клеткой. Теперь, как разные нейроны отличаются друг от друга? Если вы имеете в виду чувствительный нейрон, то внутри кружка ставится значок R, нейрон-рецептор. Если вы имеете в виду тормозный нейрон, то внутри кружка ставится буква T. А на конце аксона будет ставиться не стрелка, а вот такой знак, знак блока. Так? То есть если вот этот сигнал прошел, то партнер оказывается заблокированным. Временно он ни на что не ответит. Так, ну что еще? А, дело в том, что, как и на радиосхемах, в нейронных сетях часто при изображении возникает необходимость перекрестить пути. Ну хорошо, допустим, одна, вот две клетки, принципиально важно послать пути вот так, крест-накрест. Дело в том, что может возникнуть неразбериха. Так может возникнуть ощущение, что если сигнал пошел отсюда, дошел до этой точки, то дальше он вроде бы может пойти в три разные стороны. Вот перекрестки, да? Вот чтобы не было такой неразберихи, как выглядит сигнал обвода? Довели, а дальше вот так. Если вы поставили такой сигнал, это значит, что в этой точке проводники не контактируют, а один просто... Ну, там, я не знаю, пересекают другую, но без контакта. Передача сигнала вот в этом месте невозможна. Ну и теперь мы знаем достаточное количество изображений для того, чтобы попробовать повозиться с первыми простейшими нейронными сетями. Так, для начала попробую вам показать, как можно представить себе простейшую систему, обладающую памятью. Но прежде чем мы начнем возиться, а ну-ка давайте попробуйте дать определение, какое явление вы вообще бы назвали памятью. Что такое память? Итак, что такое память? Прошу вас. Классно. Но я немедленно поинтересуюсь, а что такое информация? А, не самый лучший на свете вариант ответа, когда это называется логическое кольцо. В науке так не принято, потому что это ничего не объясняет. Когда вы один термин объясняете через другой, закольцовываете объяснение. Это ничего не объясняет. Прошу вас. Так, давайте. Внимание, молодой человек собирается поведать о том, что такое информация. Прошу вас. Информация – это сведения, получаемые из окружающего нас мира при помощи органов чувств. Классно. Скажите, пожалуйста, а компьютер при помощи наших органов чувств какие сведения из окружающего мира получает? Или компьютер не обрабатывает информацию? Вот эта видеокамера не обрабатывает информацию? Скажите, у нее есть человеческие органы чувств? У нее мозги есть? Ваше определение, ну, мягко говоря, не очень хорошо работает. Прошу вас. Ой, ребят, все бы вам выкрикивать слова, значение которых вы не очень хорошо понимаете. Попробуйте как-то пользоваться словами, смысл которых вам действительно понять. Информация – это очень трудное понять, если уж серьезно говорить. Прошу вас. Возможно, я пропаюсь. Давайте. Возможно, просто нейроны, которые получают рецепторы, они эти рецепторы могут запоминать какие-нибудь воздействия. Вы не ответили на вопрос, что такое запоминать. Ребят, все очень... Да, прошу вас. Еще раз. Любая? А что такое запомнил? Рефлекс, отлично.
Я уколол вас иголкой, вы подскочили и заругались. В данном случае сработала ваша память? Ничего подобного. Произошла реакция на актуальное воздействие. Это если я вам потом покажу иголку, да, а вы в ответ убежите, то это вот произошла реакция не на воздействие, я же вас пока еще не колол, да, а на некоторую сохраненную информацию. Значит, ребят, проще всего можно вот как попробовать себе представить. А, да, барышня, вижу вашу руку. Информация, что это такое. Вот попробуйте проще. Кстати, выводы окажутся несколько неожиданными. Прошу вас. Информация – это все, что вокруг нас. То есть все, что, как мы все это воспринимаем. Сейчас я вам дам кусок информации. Если информация – это все, что вокруг нас, держите кусок информации. Ага, это информация? Ну как? Если я знаю, что там вокруг, то как? Стоп, одну секунду. Он знает или вы знаете? Я знаю. Тогда вопрос, информация у вас в голове или у него? Стоп. А тогда это не вокруг вас. Ну это то, что мы воспринимаем. Что мы воспринимаем? Вот, ребята, это только кажется, что это такие простые вопросы. Если пробовать на них отвечать по-настоящему, оказывается, что вопросы, ну, совсем непростые. Прошу вас. Что такое запоминать? Я согласен, что масло масляное. Вы говорите, память – это способность запоминать. Ура, согласен. А что такое запоминать? Ну, последняя попытка, давайте, вы хотите? Еще раз. Сохранять информацию. Замкнутый круг. Память – это информация, информация – это память. Ребята, все намного проще. Можно себе представить очень простое определение, которое окажется почти полностью корректным. Так? Память – это способность системы сохранять следы. Сигнал. Такое не только сигналов, любые следы. Так, если я человека сейчас колю иголкой, это след воздействия или само воздействие? Воздействие. Это само воздействие. Вот мой укол – это само воздействие. В данном случае будет реализована работа памяти или какой-то другой системы? Не память. Не память. Так? А теперь я этому человеку показываю иголку издали, я его не колю. Так? Но он сохранил след от былого воздействия. И в данном случае его реакция будет определяться не актуальным воздействием, а вот этим бывшим следом. На самом деле, с этой точки зрения, памятью обладают только живые существа и компьютеры, или можно считать, что другие системы тоже. Скажите, пожалуйста, глина памятью обладает? Да. Вот глина памятью обладает? Да. Отличной памятью обладает. Вы прошли по влажной глине, и что она сохранит? Она сохранит ваши следы. Хорошо. А гранит памятью обладает? Да. Конечно. Я взял молоток и зубилом ударил по граниту, он сохранит след воздействия. Скажите, а характеристики памяти глины и гранита одинаковые или нет? Нет. Чтобы активировать память у глины, сколько надо энергии затратить? Столько же, сколько у гранита или меньше? Меньше. На порядке меньше. Но кто лучше хранит информацию? Гранит. Гранит. Понятно? Так что на самом деле память – это сохранение следов. Само воздействие уже прекратилось, а реакцию на него можно использовать. Вот сейчас попробую составить простейшую схемку, которая могла бы хранить следы воздействия. Простейшая схема памяти. Вот у нас клетка рецептора. Так. Она приняла некоторый сигнал. В ответ она сформировала спайк и передала его
на исполнителя, на мышцу. В ответ на этот спайк мышцы сократились. Вот так. Вызвал некоторое действие. Но через некоторое время сигнал прекратился. Так, будет ли сокращаться в этом случае мышца? Нет. Не, не будет. Почему? Нет сигнала, значит, нет спайка. Так, значит, и, соответственно, сигнал на мышцы не проходит, а без сигнала она не будет удерживать сокращение. Как можно попробовать заставить систему запомнить сигнал и некоторое время удерживать сокращение, хотя сигнал уже кончился? А посмотрите, как просто. Я взял от аксончика, отвел отросток, который куда подвел? А к телу самого рецепторного нейрона. В результате, когда возник ответ, вот волна спайка добежала до развилки, а дальше вот по этому пути пошла к мышце и вызвала сокращение, а по этому пути обратно. Если здесь у нас активирующий синапс, возбуждающий синапс, то когда сигнал дойдет до этой точки, что в этой точке возникнет? Возбуждение. Пожалуйста, пример следующему сигналу. Добежал этот сигнал сюда и по петле начал возвращаться обратно и пошел одновременно к мышце. В результате я получил неприятную картинку. Значит, пришел один единственный сигнал, и мышца навсегда сократилась. Понятно, что вот теперь она будет просто всегда сокращена. Если бы не бывает, уж в биологии, во всяком случае, ничего внешнего, вечного. Дело в том, что мышца просто сама себя убьет. Значит, ведь для сокращения ей надо тратить энергию. Да. Надо. Для того, чтобы получить энергию, мышцы, грубо говоря, сжигают глюкозу в особых органоидах, в митохондриях. А можно ли сжечь топливо так, чтобы вообще не получить отходов? Совсем без отходов. Нельзя, это невозможно. Так, а эти отходы, которые при энергообмене клетки происходят, они для клетки безразличны, полезны или ядовиты? Они ядовиты. В результате, если мышечная клетка работает дольше, чем ей положено, что с ней произойдет? Она сама себя отравит. Она просто сама себя отравит. Поэтому вот такая вечно сокращенная мышца, так? Эта вещь абсолютно невозможна. На следующем занятии посмотрим, какой есть предохранитель, который не дает клеткам убивать себя. Так? Значит. Ну, а как систему можно выключить? Хорошо? Тормозный нейрон, совершенно верно. Просто тормозный нейрончик поставить и все. Значит, это когда задачка уже решена, вот, за счет сокращения этой мышцы мы уже сделали нужное движение. Так, значит, ставим сюда рецептор, который возбудится только в том случае, если нужное движение совершено. То есть, ну, смотрите, когда я, допустим, сгибаю руку в локте, что у меня с давлением вот в этой точке? Увеличивается. Сможет ли оно возрасти, если я не до конца согнул, допустим, или вместо того, чтобы согнуть, разогнул? Будет ли здесь возрастать давление? Вот в этой точке? Нет. Не будет. Значит, если я поставил на этом участке кожи рецептор давления, то он возбудится только если действие завершено. Хорошо, вот этот рецептор, принимающий результат действия, он возбудился и активировал тормозную клетку. Вот она, тормозная клетка. После того, как тормозную клетку пнули, что она делает? Она формирует свой спайк. Но что сделает спайк с вот этим нейрончиком? А он остановит прохождение следующего сигнала. Все, привет до следующего внешнего сигнала. Клетка проработала ровно столько, сколько было нужно,
А после этого система ее выключила. И вот сейчас, на остатке времени, значит, ну, если хотите, в качестве домашнего задания, так, разбирать эту задачку мы будем с вами через неделю. Это классическая задача по нейронным сетям. С нее обычно начинают вот самое-самое-самое начало. Значит, задача про бабочку. Дело в том, что для того, чтобы лететь, мышцы у бабочки должны активно работать. Да? А мышцам намного проще работать, если они разогреты. Холодные мышцы плохо работают. Поэтому бабочка, конечно, заинтересована в том, чтобы держать температуру тела повыше. И какая есть машинка? Есть температура окружающего воздуха выше, чем плюс 20 градусов Цельсия, то бабочка открывает крылья. Зачем? А для того, чтобы большая площадь крыльев принимала тепло из окружающего мира, и бабочка нагревалась. Хорошо. А если на улице холодно, есть температура ниже 20, и бабочка открыла крылья, сможет ли она нагреться? Нет. Если на улице холодно, что с крыльями надо сделать? Наоборот, сложить. Закрыть. Попробуйте сделать вот какую штуку. Ну, во-первых, очевидно, что в данном случае в регулирующей системе должно быть два разных типа рецепторов. Первый тип рецептора, когда будет возбуждаться? Когда тепло. А второй тип? Когда холодно. Ну, назовем их плюс-рецептор, минус-рецептор. Хорошо. А сколько типов мышц надо для того, чтобы сложить крылья или раскрыть крылья? Два, ну так же, как с рукой, согнуть и разогнуть. Так? Значит, ну и назовем мы их, хотя, конечно, неуклюжий термин, так? Но складыватель крыла и раскладыватель крыла. Или еще лучше, стоп, ребят, чтобы по-русски все-таки звучало не так чудовищно. Значит, открыватель крыльев и закрыватель крыльев. Отлично. Ну а теперь, ну для самых продвинутых, кто хотя бы что-нибудь сегодня понял, у вас есть 5-7 минут, пока я отсюда уйду, уступив место следующему лектору. Значит, если кому-нибудь удастся вот сейчас прямо на коленке набросать нейрональную схему, вот как надо соединить нервные клеточки для того, чтобы без всякого вмешательства сознания, вот вы как думаете, вы что-то делаете только если этого хотите или об этом думаете? Ребят, 90% того, что вы делаете, делается чисто рефлекторно, без всякого участия вашего сознания. Вот мы сейчас такие простейшие машинки с вами смотрим. Есть рецепторы, есть эффекторы. Как эти команды соединить друг с другом для того, чтобы получить адаптивное поведение? Жарко открыл крылья, холодно сложил крылья. Так? Ну, понятно, что вообще такую задачу без привычки за 5 минут решить сложно. Поэтому общее обсуждение на следующем занятии. Так, главная часть занятия на этом на сегодня, считаем, закончена. Ну, фанаты счета, может быть, я говорю, я еще здесь несколько минут побуду. Если будут готовы решения, готов обсуждать. Все, до следующей недели.